Просто замечательно. Эй, посмотри. Пойдем. И что теперь? Собираешься отрастить себе новые глаза, как Вильгефорц? Когда я его убил, процесс восстановления еще не закончился. Выглядело это отвратительно, но... Надо думать, ты упомянул этого извращенца совершенно случайно. Еще я слышал о слепом богаче Краснолюде из Махакама. Он приказал вставить себе в глазницы два огромных руды. Слышишь? Угу. Пришли. Ну что, паскуда? Как мы теперь заберемся наверх? По лестнице. Сейчас я ее починю. Готово. Пойдем. Я заметила, что все это напряжение между тобой, Йеннифер и Трис, плохо влияет на Цириллу. Похоже, вы не представляете, как это выглядит со стороны. Трис изображает старшую сестричку Цири, а сама только и ждет, как бы прыгнуть к тебе в постель. Вы с Йеннифер играете в игру? Да, если хочешь притиснуться пятой, у нас уже просто нет места. Слепец берется в руку. Посмотри. Что теперь? Похоже, мне все придется делать за тебя. Видишь стража, который выглядит так, будто ждет платы? У меня нет мелких денег. Платить надо кровью. Этот страж — Фиолан, персонаж из эльфской легенды. Ты что, правда ничего не читаешь?
прошу. У Йеннифер должно быть действительно огромное влияние на Императора, если он гарантировал ложе безопасности. Что ты об этом думаешь? Что я думаю? Ты правда хочешь просто так поговорить об этом безо всякого...